Приветствую, друзья, на канале Bobby Play. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем прохождение игрушки под названием Draft the First Chapter. Сегодня займемся строительством двигателя, переоборудованием плота, и уже будем выдвигаться к острову Бальбао, чтобы... Кажется, Бальбао, не помню точно. Чтобы начать настраивать антенны, как говорится, да. Так что всем приятного просмотра, мы начинаем. Ну и так, смотрим, что нам понадобится для того, чтобы создать двигатель. Пока что мы создадим один, ведь он может потащить, кажется, 100 блоков. Без всяких проблем, сейчас надо оценить, что нам надо для того, чтобы мы его создали. А, кстати, зачем я тут, надо здесь смотреть. Итак, мотор, нам нужна веревка, нам нужна микросхема, 5 железных слитков и доски. У нас все это должно быть в шкафчиках. Пошли смотреть. Итак, 5 металла. Так, пластмасса там, подожди, что у нас для этого надо? Чтобы создать микросхему. Я не помню уже, не помню. Микросхема, что тебе надо? Сок и пластик. Это нам нужно будет. Пластик, сок где-то должен у нас быть тоже где-то. Вот он. А, у нас микросхема, даже не надо это делать нам. Так, кстати, хорошо. Микросхема у нас есть. Смотрим, что дальше нам надо для мотора. 20 досок, 5 веревок и 5 железных слитков. Так. Так, 5 железных слитков. 5 или так, это мы выбросим сюда. Так, тут походу надо будет так сделать. 2, 3, 4, 5. Вышел, значит, погулять. Так, окей. 5. Сейчас нам надо веревочки, веревочки, веревочки. Подожди, у нас были веревки или не было? Сейчас не помню. Одна есть. Это мы куда-нибудь. Подожди, куда мы его засунем? Тут все забито у нас. А, отлично. Это сюда. Супер, супер. Веревки, значит, так, ну надо что-то. Подожди, давайте сначала разгрузимся. А то там ненужные вещи у нас здесь есть некоторые. Это мы выгрузим сейчас, секунду. А вот металл. Ну, это не то, что ненужное, но место сейчас занимает. Она нам ни к чему для создания данной конфигурации плота, как говорится, да? Текс, что нам и так? Веревочка, 5 штучек железных, так, 20 досок. Окей, 20 досок. 20 досок есть. Стекло пока что сюда переложу нам, чтобы создать веревки, да? Сколько нам надо? 5. Изготовить. Так, у нас есть мотор, друзья. С чем и вас я и поздравляю. Итак, смотрим, куда мы можем его забубенить. Так у нас это является передом, да? Значит, будем ставить это его здесь. Шипл Диал, конечно, это вот убрать. Да, убрать. Убрать. Мы сейчас просто быстренько его переставим и все. Нам даже уже плывем. Ну ладно, пофиг, пусть плывет. Это не страшно. Иногда даже лучше. Ну и смотрим, что нам. Ну-ка, так, сколько ему места еще надо? То я что-то вообще не вкуриваю. Ух ты, бля. Ну такой не маленький, я скажу так, честно говоря. Ага, и вот какая фишка, да? Ему надо сносить что-нибудь. Давай снесем. Сколько ему места надо? Слушай, что, акула напала на нас, на это как его? Почему ты не ставишься сюда? Или то, что он слишком высок? Ага, понял. Ага, значит, сейчас все-таки надо расширять нам мост. Ну, не мост, а плот. Так, ладно, это надо снести. Ой, тихо, тихо, сюда. Отлично. Ну, если не отлично, конечно, нормально. Так, хорошо. Почему ты не становишься сюда? Летят еще больше? Ты что, издеваешься надо мной? Подожди, ладно. Допустим, сколько там у нас? Ну ладно, сейчас давай попробуем это еще снести. Жуль такой широкий. Да ты издеваешься надо мной, да? Так, ладно, пошли топор сделаем, что-то у меня топора больше-то нету. А у нас нет топора? Кстати, что нам нужно для топора? Топор, 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 топор. Веревка, хлам.
Веревка. Доски. Изготовить. Окей. Сейчас не провалится. Ну сейчас-то должно хватить места. Ты серьезно? Я что-то не впетриваю, походу. Ладно. Сделаем по-другому, молись. Доски нужны, да? Что ты хочешь пить? Так, значит, ты вот какой, да, противный. Короче, что за хуйня? Так, почему он не хочет так работать? Или мне сначала даже штурвал установить, но навряд ли. Ну все же нормально здесь. Ну ладно, это мешает. Окей, сейчас снимем его. Было. Отлично, супер. Сейчас нам надо сделать такую фишку, что нам надо его как-то обезопасить. Да, вот видите, у нас тут один мотор на 100 фундаментов, да? А сколько у нас получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. О, ёпта. Ну, 130 с лишним получается, да? Значит, нам надо как минимум два мотора. Это как минимум. Чтобы они нормально работали. Хорошо. Так, ладно, значит, надо как-то его так, чтобы так красиво он так встал, так получается, да? Так, что у нас всех чуть симметрично поставить? Раз, два, три, четыре, пять. Сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять. Пять и пять. Но он посередине встал. Так, где эта тварь жрет что-то уже? Так. Да, значит, нам еще надо один мотор создать, да? Еще один мотор надо сделать. А если мы его, подожди, пять, и там пять, да, получается? Надо... Я хочу просто сделать то, чтобы эти два... Ну, нормально здесь еще будет действовать, да? Хорошо. Сюда-то, типа, один поставить. Сюда иди. Такими вещами нельзя разбрасываться. Что это такое? Камень, веревка. Веревка? Надо веревку, надо сожжем. Я бы этот... Так, а если мы вот сделаем еще такую тему сюда? Допустим. И создадим еще один мотор. Так, подожди, это надо переложить, короче. Где у нас все такие вещи? Вот сюда забросим. Так, биотопливо пока что сюда пару положим. То есть, ну, сейчас, ну, оно нам надо будет, конечно, но чуть попозже. Так, значит, что нам надо? Микросхема. А, микросхема там была. Сок лианы нужен, да? У нас больше микросхемы надо сейчас сделать. Пойдем расплавить. А, у нас есть сок лианы. Зачем нам плавить что-то? Так, что тебе надо было, блин, я уже опять так. А, медь. Изготовить есть. Угу, хорошо. Это сюда обратно. А, дальше. Мотор. Так, веревки 5 штучек. Есть железный слиток. Раз, два, три. И создать. Отлично, отлично. Я хочу вот сюда забубенить. Конечно, встанет, но навряд ли. Моя идея провалилась с прахом, как говорится, да? Потому что я не помню, сколько ему надо. Я даже не то, что не помню, даже не знаю, сколько ему места надо, например, чтобы он нормально работал эффективно. Ну ладно, тогда что же делать? Ставим туда чуть по-другому. Здесь тогда делаем дырку.
допустим, вот так, да? А почему ты... И ставим мотор. А почему ты не становишься, сука? Ага, или смогу его вообще включить? В таком-то деле. Короче, поставим. Мы же можем снять там раз, два, три. Сделаем три, да? И здесь раз, два, три. Значит так, мы сделаем так, короче. Это сносим. Это мы можем убрать. Сейчас забубеним, нормально все будет. Вот, отлично. Вот супер. Так, сюда мы раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Чтобы нашей лопасти не жрал. Не жрал, а то бишь это, блин, тварюга, которая там плавает. Пластмассы. Опять пластмасса. Пластмасса. Отлично. Так, хорошо. Допустим. Отлично. У нас два мотора. То бишь на 200 этих у нас... То бишь мы обеспечены пока что. Мощью. Так, хорошо. Допустим. Так, дальше это пока что оставим. Так, это у нас включен. Так, это что у нас? Сменить направление. Нам, подожди, где у нас перед? Там у нас перед. Так, значит, туда нам надо. И здесь тоже надо сюда, да, чтобы винт работал в ту сторону. Активировать. Так, выключить мотор. Это тоже врубаем. Так, посмотрим сейчас. Так, нам сейчас надо сделать... Что нам надо сделать? Нам надо сделать... штурвал. Есть хлам у нас. Все это есть. Все это у нас есть. Все это у нас есть. У нас мы подготовились. У нас все насчет этого все у нас очень даже неплохо, говорится, да? Стрелы я брал, что там, знаешь, воевать с этими пацанами там. Ну, оказывается, нам там не надо было ни с кем воевать. Предыдущее месте. Так. Так, дальше. Что у нас тут можем найти? Ну, ладно, еще стрелы выкинем пока что. Это тоже пошла сюда. Так, хлам нам нужно 10 штучек. Ладно, возьмем. Раз, два. Сука, три, четыре. Отлично. Так, что у нас? И 4 железа, да? 4 железа. И что мы можем скинуть сюда? Пока что. Пока что мы можем скинуть... Давай доски пока что скинем. Сейчас железо просто возьмем. Сколько нам надо железа вообще? 4 слитка. Так. И изготовить. Все, у нас есть штурвал. Теперь это все сейчас забираем. Это оставляем, стрелы оставляем. Это пока что все оставляем здесь. Пусть это все стоит. Дальше что у нас здесь? Так, кушать. Нам надо покушать. Да, нам надо покушать, кстати. Надо рыбку скушать. Ну не рыбку, а крыску, которую мы там завалили. Ну и водички джахнуть. И сейчас пойдем устанавливать рулевую колонку. Рулевое управление. Текс. Окей, у нас закончилась водичка. Ну хорошо, благо, что у нас здесь есть. А, блин, надо вообще было наполнить сначала. Так. Ладно. Потом, конечно, как я говорил, уже это будет все меняться в дальнейшем. Мы поменяем плотик, как будет выглядеть по-другому. Все будет выглядеть, все по-другому будет выглядеть у нас. Допустим. Вот так, да? Плавное. Итак, нам сейчас заправить его, да? По идее. Положить доски. Он на досках работает.
Ну, видите, да, друзья, то, что когда он был один, он не тащил его вообще. Я думал, что это как-то будет, ну, типа, как-то читерить можно. Но не думал, что он на доске работает. А как же биотопливо? Для чего биотопливо нужно тогда? А может просто биотопливо просто дольше работает, чем доски, да? Отлично. Совсем другое дело, друзья, как сказать, да? Вообще огонь. Окей. Так, отлично. А вот почему мне идет, почему ты плывешь так, как не положено? Они что, не симметрично работают? Ну, то бишь, не синхронно, не симметрично. По идее, не должны синхронно работать. Ладно, допустим. А лестницу мы сейчас вырубим. Выключить. И выключить, да. Ага, вот какая хуйня. Так, короче, нам надо сейчас поставить якорь. Надо якорь поставить. Якорь мы поставим куда-нибудь, не знаю, пока что. Сюда. Нет, сюда не будем ставить якорь. Поставим сюда, потому что здесь места нет. Есть пока что? Или нет? Подожди, подожди, сейчас придумаем, сейчас придумаем, сейчас придумаем. Где я больше всего меньше хожу? Вот сюда меньше хожу. Так, я надеюсь, сейчас смогу его поставить сюда. Херас два. Херас два. Ладно, а сюда? Тоже навряд ли. Да. Да. Да, тоже вряд ли. Окей, блин, а куда ж... Подожди, ну почему ты уходишь с острова? Надо будет все детальки... О, эти, собрать... ресики. А у меня же есть... А у меня есть... Не, нету, что ли? У меня этого? Как его? Жаль, что отсюда нельзя врубить. Где же для... где же главный мужчина? Крутить можно, все хорошо. Значит, можно крутить. Хоть там нету поворотного механизма под водой, скорее всего, по-любому. Который поворачивает лодку. Ну да ладно, хуй с ним. Кто-то на такие мелочи еще обращает внимание. Так, ладно, плыви. Вот так. Держи. Так, что там такое? Бочки, ну это херня. А, мне же есть... Я думал, где мой парус? Блин, дурень, а? Там парус мой здесь же стоит. Отлично. Надо пошли разбираться дальше. Что здесь? Что-то тут? А, мяско, мяско, мяско. Мяско, 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 мяско. Дальше что у нас здесь? Доски, доски, положим доски, положим доски. Надо будет все равно. Текс, текс. Да, насчет биотоплива, друзья, если что, напишите. А вообще могу биотопливо делать? Подождите, подождите. Нихуя, где ли мне надо... А, все понял. Все понял, друзья. Я же дубина, ну, дубина, ну. Чтобы изучить что-то, тебе надо сначала ее сделать, его вот здесь. Изучить? А не могу изучить. А почему не могу изучить? Или я что-то должен какой-то чертеж найти по поводу этого дела, или как там? Что-то я не понял. Что-то я и не въехал. Ладно, допустим. А где тогда может быть биотопливо? Ну, наверное, это где-то здесь. Вода, вода. Ну, нет, тут нет, не будет здесь. Навряд ли здесь будет это биотопливо. Надо еще где-то его изучать. По идее, он должен где-то быть здесь. Но видите, как нету здесь ничего, ничего. Ничего нету. Тут биотоплива у нас нету. Ладно, тогда что мы сделаем? Мы сделаем следующее тогда. Мы просто расширим наш флот. Сделаем чуть-чуть иначе. Так, у нас же иди наша. Вот сюда, иди сюда. Восьмь, нет, девяточка. Так, ну здесь видишь, что как-то тупо все это, да? Все это как-то тупо. Ладно, черт с ним. А, иди сюда. Куда ты пошел? Почему ты не поставил сюда? Хорошо. Двоечку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не хватило что-то пластмассы. Ладно, хорошо, черт с ним.
Ставим якорь, хорошо. Пластмасску мы возьмем. У нас где-то была здесь целая куча его. Даже возьмем еще и досочек, нам понадобится. И возьмем ням-ням, где-то у нас где-то было здесь. Да, вот сюда. И это сюда какой-нибудь положим. То, что нам пока что это не надо. Плохо, что не показывается общее количество, сколько у нас блоков есть. Одна пластмасса. Потому что, ну, было бы коробку куда прикольнее знать, сколько тебе еще надо. Сколько твой мотор весь, скорее всего, ну, может потянуть еще. Отлично, так. Да, хорошо. А, мне надо было включить двигатель сначала. Ну да, вот видите, вырубаем двигатель. Один дергается реально, он не тащит. Не тащит просто. Надеюсь, этот потащит. Да, все, пока что все нормально у нас. Пока что нам хватает мощи, чтобы его тащить. Это огромный плот. Бля, приклей, я думал, сейчас я уже все, я уже на плоту, я уже въехал в остров. Который я сейчас нахер вообще не вижу. Где он находится вообще? А вот впереди вижу, по курсу. Я надеюсь, что они где-то в дальнейшем сделают кнопку включить-выключить с отсюда. То бишь с пуль с штурвала. А то бегать как-то вниз вообще как-то не алёно. Не, ну ладно, это не проблема. Там взял, спрыгнул и сразу мы просто нажмем сразу. Скинем якорь, не нажмем якорь, блин. Так, тут ресики полутаем. Посмотрим. Все. Так. Как у нас там? Отлично. Супер. Хорошо. Потом мы сделаем новые факела, потому что эти какие-то... У нас еще, кажется, есть какие-то более мощные, можем создать, если я не ошибаюсь. Ну-ка посмотрим. Ох ты, блин, чуть-чуть не хватило. Отлично. Супер. Нам бы сейчас рейсиков понабрать и тогда отдаваться на остров. Потому что там, как я понимаю, там довольно-таки жесткие медвежата. Ох, как я так прозевал. Что нам тут сгрызли пол корабля. Нет, не достанем. Нет, это слишком далеко. Так что, друзья, я сейчас полутаю здесь, потому что, ну, тут нечего нового искать, просто чтобы сэкономить время для вас. Полутаю здесь, посмотрю, что здесь есть, что нету. Если что-нибудь такое хорошее найду, я, конечно, включусь и покажу вам, друзья. Так что никуда не уходите. Скоро вернемся. Ну что ж, друзья, выдвигаемся мы к Балбао, к острову. Так, там ничего по большому счету не нашел на этом маленьком островке, там всякая гадость была. Короче, о, смотрю, сейчас доплывем до одной вещи, одной интересненькой. Там баржа какая-то, какая-то тема стоит там. Пойдем залутаем его. Короче, понял, там пару металла, пару меди и так далее и тому подобное. Ничего толкового по большому счету. Не, ну конечно нужны ресурсы все равно, это понятно. Но не смертельно важны нам эти дела пока что. Сейчас пойдем залутаем плот. И тогда уже выйдем на курс, потому что нам надо плыть до него 1950 метров. Тысяч, ну, 2 километра, по большому счету. Не так много. Так что давайте сейчас возьмем, полутаем этот огромный плот. И тогда уже выдвинемся в ту сторону. Спокойно, блин. Вообще, и акула, главное, догоняет. Вообще охуело. Вообще, блин, это писец. Спортивная акула. Так, главное сейчас так вовремя спрыгнуть, затормозить, вырубить двигатели. И чики-пуки будет все. Так, это надо... Это закрыть? Да, это закрыть. Все отлично. Это гораздо, конечно, легче вот так вот. Ты берешь на моторике тоже шпаришь. Совсем другое дело. Ты
Кекс. Я, короче, закинул в один мотор турбодвигатель биотоплива. Посмотри, как долго, надолго ее нахватит. И что толково? Рецепт какого-то рыбного пюре. Ой, сюда, сука, иди сюда, иди сюда, да. Ага. И чё, не понравилось, да, Гриш? Отлично. Потом проверю, что у нас там какое-то рыбное пюрешка. Поплыли. Поплыли. К нашему точку назначения. К нашей точке назначения. К нашему точке назначения, да. Плавная повала, плавный поворот. Сейчас как долго мы будем туда идти своим ходом? Вот, ну на моторах я имею в виду. Два мотора довольно-таки быстро, думаю, должны мы доплыть до этого места. Главное, чтобы батарейка не села. Главное, что за один период батарейки, чтобы вышло, и все остальное ерунда. Так. Так говорил, друзья, я, наверное, просто сделаю модернизацию моста. Подготовлю уже к, как говорится, к... Так, тихо, почему ты встань прямо? Вот так, отлично. Модернизация плота, чтобы подготовить их к животным и так далее, и тому подобное, потому что довольно-таки большой и широкий мост нужен. Ой, мост, плот, блядь, мост. Так, короче, что, плывем мы, короче, к острову. 1950, ну, довольно-таки неплохо мы... Тут направляемся, с такой нехилой скоростью, нормально, да, довольно скоро приплывем туда, бля, приблудим. Че за хуйня? Это надо сказывать за 4 дня рабочих, думаю, да. Кстати, друзья, извиняюсь за то, что долгая задержка видео была, но 4 дня работал, но просто умотался вообще в писец. Не было ни сил, как говорится, ни желания, говорю, честно говоря, чтобы что-то вообще делать. Вот сейчас вроде бы первый выходной, и то не факт. Может быть, завтра надо будет сходить помочь друзьям поработать. Так, хорошо, ладно. Что у нас там тысяча? Короче, друзья, как только мы подплывем к острову, я включусь. А сейчас смысла нет, просто тут тупо заниматься словоблудием, как говорится. Сейчас, как подключусь, тогда подплывем к острову, и тогда уже, наверное, на этом серия будет заканчиваться. Не знаю, посмотрим, короче, как получится у нас. Так что, друзья, никуда не уходите, скоро вернемся. Ну что ж, друзья, мы приближаемся к огромному острову под названием Балбоа. Балбоа Айсланд, да. Короче, будем тут делать... Так, бассейн Криптан заблизованно ожидается угрожать бассейн Нигерии. Короче, что, заглохли? Нет, еще работает. Да, будем, короче... Ну, я думаю, уже в следующей серии будем уже бегать по самому этому острову. Сейчас только доплывем, надо найти место, куда можно припарковаться. Так довольно-таки, чтобы было все нормально, не было ничего печального в этом плане. Но ты надеюсь, что нам хватит топлива от дерева доплыть до этого места. Ну, вроде бы должно, по идее, хватить. Только я точно не знаю, куда мне припарковаться этой темой. Вот не знаю. Ну, поплывем, посмотрим, что там, как у нас там. Так, двигатели. Что-то у них звук пропал, короче, не знаю. Они выключились, потом я подокинул досок. Заработали нормально, но опять же. Стоямба. Успею, должен успеть. Да, отлично. Собрать 3 предмета, хорошо. Так, что у нас там? А вон туда и поплывем, друзья. Вот я вижу уже вижу пляж, к этому пляжу и подплывем. Так. Извиняюсь, что ночью, друзья, ну так получилось, ну что же делать. Ну, видишь, мы такие моряки, даже спать не пошли ночью. Главное ждать, чтобы посмотреть, что за горизонтом у нас здесь творится, да? Так что смотрим здесь. Ну, наверное, отсюда будем заходить. Ну, я так предполагаю, точно не знаю. Или если что, друзья, советуете перед тем, как мы пойдем туда, что с собой взять, какие инструменты, ну, скорее всего, надо взять. Какие-нибудь копья. Что еще? Стрелы с луком, да, что-то вроде этого, да, потому что, ну, вообще без понятия, что нас тут ожидает. Ну, я, конечно, смотрел превьюши, там всякие медвежата там бегают, да, это окей. Ну, вроде бы, как говорится, что с ними довольно легко справиться, это как с крысками, да, главное только вовремя уклониться и убежать от них.
Ну это что бежать, а уклониться просто. И надо только тыркнуть их копьями. Значит, нам нужно будет довольно-таки много копий. Ну, штук, я думаю, 4-5 сойдет для начала. И пустой инвентарь, да. Возьмем жрачки с собой, попить возьмем. Да-да, здесь мы, короче, останемся, да. Хорошо, тормозим. Выключить мотор. Выключить мотор. И сбросить якорь. И собрать этот. Отлично. Отлично, отлично. Соберем все, что у нас есть здесь. Чтобы было. Так, это сюда, это сюда, это сюда. Отлично. Так что так вот, такие друзья дела. Так что перед тем, как вот вы. Я высажусь на остров, друзья, напишите мне, что с собой взять, как взять, что, как лучше там вести и куда лучше направляться. А на сегодня закончим наш видосик. Спасибо. С тем, кто понравился, друзья, конечно, поставьте лайкосик, подпишитесь на каналчик, оставляйте комментарии обязательно. Прочитаю, отвечу. Приму к сведению, если какие-то отдельные советы. А на сегодня мы заканчиваем. Друзья, большое вам спасибо за ваше внимание. И спасибо, что вы смотрели этот ролик до конца. Огромное вам большое спасибо. И, как говорится, всего доброго, друзья. Пока-пока.